Так, ну туда дальше пойдешь, в медицинский центр придешь, она вот сюда. Как я и говорил, здесь вот станции, аптеки, аренды, терминал 2, проход туда в терминал 2. Ну, в прошлый раз мы ему посвятили достаточно много времени, в том году, в этом году мы туда уже, конечно же, не пойдем. Вот. Ого. Животные тут нарисовали. А, это Audi. Так, здесь как раз гнездятся арендные конторы, нам нужен Sixt. Мы в этот раз берем машину в Sixt. И мы туда сейчас идем. Если вы хотите заночевать в аэропорту, вот там станция автобуса в эту сторону. Арендкар дальше. Вот этот путь на S-Bahn. На станцию S-Bahn'а. Видите, S. S. Арендкар дальше. Дальше будет переход как раз во второй терминал. С большим холлом таким, переход красивый. А арендкар, вон народ толпится. Пытается зарентить кары. Но у нас вроде как все оплачено. Так, итак. Долго-долго судили, BMW нам 318 дали, с дизельным мотором, вот так вот. Но это адрес, оказывается, мы уже оплатили заранее, слава богу, то есть сейчас бы обошли бы в два раза дороже, вот так вот. Хорошо иногда делать все вовремя. Так, ну и нам сказали вернуть, смотрите, не забудьте 13-го, в час дня. Ну, не забудем, не забудем, мать родная. Так, это нам объяснили этаж, ну, по-русски даже немножко говорят, ну, что делать, много русских тут. Много русских, кстати, ключевым доступом. Вот так. Sixt, между прочим. Обращайте внимание, у нас все соотечественники почему-то в Avis полезли. Но раскрученная фирма, а Sixt как-то особо внимания не обращает. Хотя тут ракета стоит Sixt. В том году показывал. Так, к машине. Путешествие теперь в гараж. Мы идем в гараж. У нас же теперь навигационная карта есть, я показывал. И мы идем в гараж брать машину в гараже. BMW, между прочим. Вот так вот. Вроде не нравится мне эта модель, а прикольно. Отдыхать с BMW на просторах германщины. Слушай, как правильно было вовремя заплатить-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какие мы молодцы. Гараж. Rental car гараж. А назад нам написали в навигационную систему. Вбиваем, и он нас привозит. Sixt Hertz Eurocar Enterprise Avis. Ну и бюджет, понятно. Педальный автомобильчик. Или там с каким-то лодочным мотором. Бюджет. Первый квест мы разгадали. P6, Вест, пятый этаж. Лифт Вест. На пятый этаж нам надо ехать. Сейчас поедем. И найдем таки мы свой Sixt. А место у нас 326. О как. Заходим. P6, правильно пишут. Sixt. Пятый. Волшебные. Увлекательная ловля автомобиля продолжается. 326, 301, 301. Значит, нам туда. Слушай, прям клевый. Это квест. Service Point. Ага, это точно. Вот они красавцы. Вот они красавцы. Здесь же мы его и сдадим. А, нет, не здесь, наверное, ниже сдадим. Наверное, объединенная система сдачи, скорее всего, все хотел рассказать про аренды, да? Когда-то. Вот сейчас такой волшебный вариант. Вот получение примерно показал. А теперь. А потом отработаем сдачу. Ну, получаем просто, подходим к стойке, отдаем свой контракт. Желательно за машину заказывать, конечно, заранее, особенно в такие пиковые дни, как на новогодние праздники. Вот. А возвращаем ее уже тоже по координате, сдаем в едином месте. Возврат у них, скорее всего, объединен в одном месте. Ну, вот она, 326 место. Вот она, наша BMW. Сейчас проверим, оно ли это. Ну-ка. Yes! Yes, это она! Вау! Заселяемся. Краткий обзор нашего приобретения. Багажничек-то, а? Ух ты! Ё. Слушайте, а? Это сила. Так, тут, говорят, сетки даже какие-то появились нынче для барахлишка. Так, надо середину сейчас вывалить и вложить туда лучше. Кровная боятельная буржуазии. Ну и скромное обаяние буржуазии. Электролюк. Вау. На дверь еще с подкачкой. Что ж, адаптация. Ладно, в неизвестном объеме. BMW. Баваришен, моторишен, вагонишен.
Прикольно, ага, зеленая метка, значит, в города можно заезжать. Вид сзади, вид спереди. Будем оставить. Новое утро. Мороз художник разрисовал нам машину. Машинка у нас в этот раз необычная. Черный бумер. Пока есть время, немножко про машину еще расскажу. Видите, брелочек, у нас тут кнопочка есть. Открывание багажника. Ну, для многих это теперь не новость. О. А у меня такой машинки еще не было, чтобы открывался сам багажник и закрывался. Приятно, приятно. Правда, с кнопки он не закрывается. Надо подойти, нажать клавишу. Никогда не думал, что это прикольно. Однако это прикольно. Вот такая маленькая зарисовочка. И ставим. Так, ладненько, пошли покупать билеты на полдня и вперед. А там. Чем еще удобен BMW? Приступочкой. Сиденьица для того, чтобы переобуться. Очень удобно. Так что брать большую машину для катания на лыжах вовсе не обязательно. Я имею в виду в аренду брать. Конечно, когда едешь сам, лучше взять вот такие машины. Домики на колесах, да? Но у кого они, конечно, есть. А в аренду можно брать небольшие машинки. Для двоих очень хорошо. Удобная приступочка невысокая. Удобно садиться, переодеваться. Удобно одевать ботинки. Так, сейчас нам надо поставить Мюнхен, сдача машин. Ну, мы же арендную машину брали. Сейчас сдадим. Так, объективчик по машине. Обошлась 878 евро. 7 дней. Так. А, 878-15. Так, теперь ее надо аккуратно вернуть. Вернуть ее надо в аэропорт Мюнхен. И место возврата. А, вот, по-моему, Эберлинг. Вот, видимо, вот это место возврата. Мидваген. Car Return. Да-да, терминал МИД-Т8-ББ. Ну ладно, сейчас попробуем набрать в навигаторе. Вот, у нас полная страховка. Телефоны для связи. Сдается машина вот здесь. Вот их осматривает приемщик вот в такой форме. И говорит, correct. Ничего не дает, кстати. Никаких бумажных подтверждений у вас не остается. Почему-то, не знаю. Никогда ничего не дает. Но машина сдана, и мы переходим на собственный ход. Теперь мы пешеход. Все, машину мы сдали, но на всякий случай подошли на стойку, получили инвойс для себя. Потому что документы не дают при сдаче машины. Машину достаточно оставить в гараже, но можно получить инвойс, дополнительное подтверждение, что машина сдана. На всякий случай мы решили это сделать. И теперь мы идем, сдаем вещи в камеру хранения. Это второй терминал аэропорта Мюнхен. Там есть камера хранения. Сервис-центр.